Уильям Эйвс. Сравнение, которое нам с вами уже известно. Была точка с теми же самыми координатами МГМ и две касательные из этой точки к Эйвсу. Но, господа, уравнение любой прямой – это kx. Правда, сейчас неудобно писать b, потому что b здесь уже занято. Уравнение любой прямой записывается в виде kx или что-то. b нехорошо, потому что b здесь использовано. Давайте напишем какую-нибудь, извините, d. Да? Нейтральный метод. Вот. Что я должен сейчас быстренько сделать? Если честно, ровно то же самое, что в предыдущей задаче. Я должен написать, что n это есть Km плюс D. Условие того, что прямая проходит через точку. И я должен написать, что вот эта прямая касается этого эллипса. Но для этого надо проще всего так. Умножить на квадрат и b квадрат, чтобы не было дроби. Вот. И дальше вместо y подставить вот это. Ну, здесь я уже не могу ничем помочь. Я должен действительно быстро это сделать. B квадрат x квадрат плюс a квадрат kx плюс d в квадрате минус a квадрат b квадрат равняется 0. Так, работаем. Значит, когда возведешь квадрат, здесь будет k в квадрате x в квадрате плюс 2kx плюс d в квадрате. Это на самом деле еще будет умножено на а квадрат, понимаете? Вот. И нужно теперь это расписать. Расписываю. При x квадрат будет понятно, какой коэффициент. b квадрат плюс а в квадрате а в квадрате. Написал. При первой степени x будет коэффициент 2kd а квадрат x. И свободный член. Будет тоже понятно какой. А квадрат d квадрат минус а квадрат d квадрат. Замечательно. Вот так выглядит квадратное уравнение, когда мы пытаемся найти общую точку эллипса и произвольной прямой. Чтобы было касание, нужна очень простая вещь. Чтобы вот это квадратное уравнение имело ровно один корень. Здесь надо просто писать дискриминант. Он должен равняться нулю. Дискриминант, это понятно, что такое. Это вот это в квадрате. Так и пишу. 4k в квадрате, d в квадрате, а в четвертую. Минус учетверенное произведение b квадрат плюс а в квадрате, k в квадрате на... так, ребята, если я а квадрат сразу вынесу, ладно? Тогда у меня будет так, а квадрат умножить на d квадрат минус b квадрат. Вот это должно равняться нулю. Сразу замечу, что здесь есть четверка, здесь есть четверка. И здесь есть а квадрат, а здесь есть а в четверке. Поэтому можно вот это а квадрат убрать, а здесь написать а квадрат. Давайте я ровно это и сделаю. К в квадрате, d в квадрате, а в квадрате минус b квадрат плюс а в квадрате k в квадрате умножить на d квадрат минус b квадрат. Должно равняться нулю. Ну, ребята, просто простовать скучно. K в квадрате, d в квадрате, a в квадрате минус b в квадрате, d в квадрате плюс b в четвертой минус а в квадрате, k в квадрате, d в квадрате плюс а квадрат, b квадрат, k квадрат. Вот. Обратите внимание, почему я люблю эту задачу? Потому что вас в соответствующих классах мучают всякими там преобразованиями. Ребята, заметьте, здесь длинная цепочка преобразований. Если бы хоть в одном месте ошибся, то чем получается? И это замечательно. Это заставляет реально не ошибаться. Потому что, когда вы решаете задачи короткие, то вы чуть-чуть ошиблись. Да, давно это он чуть-чуть ошибся.
Вот. Но в результате вы не научаетесь действительно безошибочной работе. Здесь длинный счет. Если я хоть в одном месте ошибся, то у меня ничего не получится. Так вот, делю сейчас на b квадрат. Все. Получаю следующее. Минус d квадрат плюс b квадрат плюс a квадрат k квадрат равно b. Замечательно. Теперь давайте вспоминать, собственно говоря, что у нас является известной величиной, что неизвестной вообще. Что мы сейчас только что писали уравнение того, что условие того, что прямая касается эллипса. Но вот это условие того, что прямая проходит через данную точку. Другими словами, d это n минус km. Так вот, мы должны сюда подставить ту самую величину n минус km. Поехали. B квадрат плюс A квадрат K квадрат должно равняться D квадрат. То есть должно равняться N квадрат минус KM квадрат. N минус KM квадрат. Отлично. Полностью раскрываю все скобки. B квадрат плюс A квадрат K квадрат это N квадрат минус 2NMK плюс K квадрат M квадрат. Отлично. Записываю это в стандартном виде квадратного уравнения. Значит, как это? Для этого надо вот это вот перенести направо, да? Получаю k в квадрате умножить на m квадрат минус a квадрат. Минус 2mnk плюс n квадрат минус b квадрат должно равняться нулю. Отлично. Получил квадратное уравнение на величину k. Напоминаю, у меня речь идет о перпендикулярности касательной. То есть опять, как и в случае параболы, произведение должно равняться минус одному. Но что такое произведение корней квадратного уравнения по теореме Ньютона? Это свободный член, деленный на старший коэффициент. То есть вот эта вещь, n квадрат минус b квадрат, деленное на m квадрат минус a квадрат, пишу, n квадрат минус b квадрат, деленное на m квадрат минус a квадрат, должно равняться минус единице. Другими словами, a квадрат минус m квадрат, a квадрат минус m квадрат, должно равняться n квадрат минус b квадрат. Так, я что-то совсем плохо с местом обошелся. Ребят, b квадрат надо перенести налево, m квадрат перенести направо. И получится чудесное уравнение. A и b это вот эти два отрезка. Вот это отрезок b, вот этот вот отрезок a. Сумма квадратов координат это на самом деле квадрат диагонали. Мы получили, что ответ – это потрясающая штука. Нужно вписать эллипс в прямоугольник и вокруг прямоугольника описать окружность. Из всех точек этой окружности эллипс виден под прямым углом. Ну, а соответственно, если точка дальше, то под острым углом, если точка ближе, то вот под прямым углом.